Здравствуйте, люди добрые! Будьте как дома! Вся территория вам знакома! Усаживайтесь поудобнее, дорогие гости! Калейдоскоп вас приглашает в гости! А отметить свой день рождения в кругу друзей, что может быть лучше? Юля, сегодня все по-современному. А по-современному нужно заказать ресторан модного ведущего и артистов самых-самых-самых крутых. А вот раньше на Руси отмечали день рождения всем селом. Затапливали самовар, пекли калачи, пели под гармонь, доводили хороводы. Ну вот и мы отметим день рождения ансамбля танца «Калейдоскоп». Да за чайком, да с плясками, да с шутками, с песнями и прибаутками. Развернись, гармонь, пошире, расступись, честной народ, полноправную хозяйкой песня русская идет. Русская красавица поет Алена Сурикова.
ножку, папенька, не гляди, что роста маленько, я ловка хоть маленечко, пол чуть выше, чем скамеечка. Тилим-тилим, ау, ты все забажу, тилим-тилим, ау, ты зарей бужу, тилим-тилим, ау, ты соловей пает, тилим-тилим, ау, ножки пляс идут. Качает мама косами, ой, шибко ясно голосая, поглядеть хоть веселыми на меня такую веселую. Тилим-тилим, ау, песню замажу, тилим-тилим, ау, до зарей бужу, тилим-тилим, ау, соловей пает, тилим-тилим, ау, ножки пляс идут. Папенька, я ловка, да разу даленька, огород стоит прополотый, да дрова давно наколоты. Тилим-тилим, ау, песню замажу, тилим-тилим, ау, до зари бужу, тилим-тилим, ау, соловьи пают, тилим-тилим, ау, ножки пляс идут. Вокруг все просыпаются, да и кому ж не нравится русская красавица, как песня начинается. Вокруг все просыпаются, да и кому ж не нравится русская красавица. Наши посиделочки. Да, замечательные посиделочки. Юляш, я тут недавно с моим Иваном поговорила, и он мне рассказал, что с ним произошло. Такое приключилось. Чуть с работы не выгнали. Так за что ж не выгнали-то? Да окошко на работе не, открыл. Так за это не увольняют. А где он у тебя работает? В машинном отделении. На подводной лодке. Такой, я тебе скажу, переполох поднялся. Переполох в машинном отделении. Посмотрим.
Ансамбль танца «Калейдоскоп» и ваши аплодисменты механику Анатолию Сметанкину. Хорошо сидим. Хорошо. Ой, Валюш, мне тут мальчишки из «Калейдоскопа» страшную историю рассказали. Слушай, в одном черном-черном лесу стоит страшный черный-черный дом. В этом черном-черном доме есть черная-черная комната. Страсти-то какие, Юля! Не нужно нам на посиделках таких страстей. Хорошо, Валюш. Давай. Тогда давай послушаем одну историю про любовь. Вот это по душе. А расскажет ее нам Ульяна Герасимова. Послушай. Внучка деда лесника, сумасшедшего слегка, как цветок была красива, но прямо и дика от соблазна вдалеке, не обласкана никем, ночью звездочки считала. В нем купалась в роднике, и одну из них услышав, улетела в облака сердце внучки лесника. А в деревне жил охотник, молодой и беззаботный, днем он по лесу ходил, ночью песнями будил, и одну из них услышав, улетела в облака сердце внучки лесника. Таяла
понапрасну тебя не зови. Тая, не спасешь сердечко от любви. Первый раз она любила, и душа ее забилась, словно горница в силках. У охотника в руках поиграл тенек и бросил, хоть и было не злодей, так ведется у людей. Деда не зови. Тая, не спасешь сердечко от любви. Напрасну деда не зови. Тая, не спасешь сердечко от любви. Thank you.
страсти и огня. Народный ансамбль танца «Калейдоскоп». Валюш, вот ты сказала сегодняшние наши посиделки с шутками да прибаутками. Что такое шутка, мы все знаем. А вот что такое прибаутка? Юлечка, да прибаутка – это от слова «баять», то есть рассказывать. Это короткая, веселая, стихотворная история, которая всегда рассказывалась мамочкой своему ребенку. Например? Ну, вот смотри. «Сова, совенька, сова, большая голова, на колу сидела, в сторону глядела, головой вертела». Я тоже одну вспомнила. «Уж я улком шла, переулком шла, клубок ниточек нашла, клубок катится, нитка тянется, клубок доли-доли-доли, нитка дали-дали-дали». Так давай танец посмотрим. «Ниточка». Встречайте. Игрушки и все такое. Подожди, не игрушки, а сейчас на современном языке они называются гаджеты. Ты че ругаешься? Я не ругаюсь. Так игрушки называются. Гаджеты. Ну пусть будут гаджеты. Вот нашла один старый гаджет. Калейдоскоп.
Ой, да. Валюш, да это же не игрушка, это наш ансамбль танца «Калейдоскоп». Встречайте на сцене премьера номера «Матушка Русь». Посмотрим. В утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой, поболтать березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозника. Матушка земля, я
Ульяночка, съедена с Олитого камешка. Спасибо, Ульяночка, спасибо большое, повеселила нас. Просто замечательно, душа прям так развернулась и свернулась. В прошлом году наш калейдоскоп 40-то лет отметил. Да мне что? Да, пошел на пятый десяток, не за горами и 50. Слушай, а давай, вот у них уже очень большой и обширный репертуар. А давай попробуем сейчас расшифровать название калейдоскоп по названиям их танцев. Получится у нас? Ну, если что, зал поможет. Знаю, что сидят в зале калейдоскоповцы, ветераны. И поклонников полный зал. Вам аплодисменты! Ну что ж, первая буква, буква К. Вспоминаем танцы на название на букву К. Ну, помнит. Красные девицы, кадрилька кричат. Так пусть поаплодируют, вы же все замечательные танцы. Танцы-то красивые. Ой, красивые. А буква А? Правильно, будет новый танец Аня. А я знаю этот танец. Ах, вы сени. Вот так. Да. Так, ну, еще буква... что-то ох или эх, ну, неважно. Л. Лебедушка. А еще? А что, такой танец был? Да. Ух ты, я уж... Что? Левониха. Левониха был такой танец. Белорусский, да. А я знаю еще один. Любавушки да молодцы. Ну давайте поаплодируем нашим прекрасным воспоминаниям и тем танцам, которыми любовались не одно поколение шлиссельбургцев. Но самое сложное, буква Е. Еврейский, Анатолий говорит. Да, это же любимый танец. Еврейский, назвался он корпорация друзей. Так, ну самое сложное, буква И краткая. Пусть думает. Икра. Тоже ладно. Хороший танец. Ой, Иванку. Вот так. Юля, сядь, молодец. Поаплодируйте Юле. Буква Д. Дуняша. Дуняша. Доброго. Ух ты, да, 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 да. Еще. Таня. Деревенские. Заковырки, да. Правильно. Буква О. Вспоминайте, вспоминайте. Ой, калейдоскоп там кричит. Ой, на горке калина. Есть такой танец. Так. Буква С. Синий платочек. Есть такой танец. Ой, да, 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 красивый. Ой, а самый красивый танец. Субатея. Так, буква К. Еще. Тут красные девицы уже были. Да, не повторяемся. Громче. Казачьи! Казачьи, да-да-да. А еще я вспомнила. Конфетки, бараночки. Бараночки. Так, ну еще на одну букву О. А уже было. Озорные наигрыши. Вот такое я так вспомнила. Хорошо. Ну и последняя буква П. Пополюшка. Пополю кричат. Отлично. А мой любимый танец. Правильно, и все всем аплодисменты. Да, но у нас на сцене не подплясочка, а веселая расплясуха. Thank you.
ваши аплодисменты, хореографический коллектив «Каблучок». Хорошо сидим. Я вот тут хочу рассказать тебе. А что рассказывать-то? У меня внучка ведь тоже в этом калейдоскопе-то танцует. И недавно приходит домой, да, говорит: бабуль, у нас концерт скоро, надо подводку к номеру придумать. Ага, я говорю, с подругой посоветуюсь, может, что и придумаем подводку какую. Да ты что? Валентина, мы с тобой подводку такой напридумываем. Давай лучше по чаечек. Ну, давай, давай. Танец! Я на печке молотила. Встречайте, премьера номера! А мы чайку попьем. Хочу развеселить публику печальную.
Не печальная у нас публика, давай дальше я. Если б не было воды, не было бы кружки. Если б не было девчат, кто бы пел частушки? Девчонок, слушайте, я готова утром, вечером и днем. Как поют Алена с Аней, по малину в сад пойдем. А мы приглашаем Аленушку и Анечку с песней «По малину в сад пойдем». Спасибо большое! Порадовали! Я бы долго думала, что же подарить моему любимому калейдоскопу. Ну вот на досуге села и придумала для них стихотворение, сочинила. Так расскажи! Распаляется ярило, лица радостью горят, пляска головы вскружила у девчонок и ребят. Щеки выкрасил румянец, тут и удаль, и задор, вырисовывает танец свой затейливый узор. Закружились хороводы колесом и в круг, и вспять. Пробудился дух народный, русской пляски не унять. Yeah.
мой, да не гудите, мама, батюшка, да не будите. Ой, лёри, 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 не будите. Ой, лёри, 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 не будите. Браво. Прям душу, на бальзам на душу. Подруга, слыхала? В наш клуб пришел новый директор. Да? И как он? Ой, талантище. И поет, и пляшет, и концерты ведет. Как говорится, и швец, и жнец. Одним словом, молодец. Поет Максим Миранков. А танцует... Ансамбль «Кельтская сказка». Над речкою, печерою, студенною, да скорою в рабочем общежитии девчоночка живет. Пока я к морю плаваю, она княжной купаваю у берега Печорск. Кого меня обратно ждет, пока я к морю плаваю, она княжной купаваю у берега Печорского меня обратно ждет. Мы с ней ходили плесами, туманами да росами, где осторожно шепчутся ночные камыши. И солнечной утрянкою, с моею печерянкою, мы на песчаной отмели судьбу свою нашли. Есть в мире реки разные, красивые и праздные, а мне по сердцу трудная рабочая вода, где мы с моей печерочкой, рыбацкою девчоночкой, слюбились, словно лебеди, на долгие года. Где мы с моей печерочкой, рыбацкою девчоночкой, слюбились, словно лебеди, на долгие года. Калейдоскоп, Шлиссельбург, ваши аплодисменты! Над речкою, печерою, студеною, да скорою в рабочем общежитии девчоночка живет. Пока я к морю плаваю, она княжной купаваю у берега Печорского меня обратно ждет. Пока я к морю плаваю, она княжной купаваю у берега Печорского меня обратно ждет. У берега Печорского меня обратно ждет. У берега Печорского меня обратно ждет. Максим Миранков и «Кельтская сказка». Весело, шумно. Ух, и громкие-громкие аплодисменты. Это все калейдоскопу в том числе. Друзья мои, но ведь на день рождения принято дарить и подарки, и теплые слова, и кучу-кучу пожеланий. Так что же мы сделаем тогда? Почему бы и калейдоскопу не подарить? Ну, конечно, подарим сейчас. Так, слово «калейдоскоп» у нас остается. Друзья мои, подключайтесь. Пожелание для калейдоскопа на букву «К». Красоты! Отлично! Отлично! На букву «О». А. Каль, а. На «А». Артистично. Артистизм. Отлично. К-Л. Любви. Здорово. А букву «Е». Единство кричат. Прекрасные пожелания нашему любимому калейдоскопу. Да. А после «Е». А букву «И» краткую. И. Почему бы нет?
йогурта. Йога каждому по коробке. И ни на йоту не отступать, да, от намеченной цели. Так, отлично. На Д. Доброты, дома кричат собственного. Денег. Добра, денег. Ну, все. Процесс пошел. Дружбы. Дружба. Еще пожелание на О. Оптимизма. А еще, может, что-то еще на О? Обаяние. А еще? Очарование там, ребята, кричат. На букву С. На С. Славы. Звездная. Звездная. Итак, калейдоскоп наш гремит не конечно только в Петербурге, в Кировском районе, Ленинградской области, уже по всей да России. Да уже ее за пределы области. Да, если вспомнить географию путешествий, калейдоскоп. Ой, мы тут до вечера будем. Да, 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 да. Ну, на букву калейдос. На букву К еще одно. Красоты. У нас уже было красоты, а я хочу пожелать креатива. Ну, чтобы вот... Красочного танца. И на букву П пожелание. О, пропустила. Побед. Победы творческих, да. В жизни побед. Так, ну что, мы же что-то отвлеклись. Калейдоскоп. Вы готовы к следующему номеру? Отлично. Ну, так а что... В программе что дальше? Что? Что дальше? Что дальше? Так вот написано, следующим номером Есенин. Есенин. Валюша, да. Какой Есенин? Ну, вот же написано же, ну, Есенин. Тетюша ты, Валюша, написано. Ах вы сени!
Поздравившись сегодняшних наших посиделок, руководитель народного танца «Калейдоскоп» Алла Кавканна! Алла, скажите, пожалуйста, какие ваши танцы самые любимые? Да все! Лучше всех! Моя Марусечка! А фонарики горели, и привидя их на момент притих, и сердца наши замлели. Люди в масках разных сказках дружно начали плясать. Был я очень рад ночку всю подряд веселиться, танцевать. Моя Марусечка, танцуют все кругом. Моя Марусечка, по пляжам мы с тобой. Моя Марусечка, а жить-то хочется, и как приятно, хорошо мне танцевать с тобой вдвоем. Моя Марусечка, моя ты куколка. Моя Марусечка, моя ты пушечка. Моя Марусечка, а жить-то хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой. Эй! До новых и счастливых встреч!